Сожжение – самый надежный способ уничтожения наркотиков. На этот раз наркополицейские отправили в печь около 6 килограммов различных веществ. Мак, марихуану, героин, кокаин, спайсы, эфедрон. Также в огне сгорели опий и дезоморфин, шприцы с остатками растворов, различные ингредиенты и приспособления, изъятые из наркопритонов. Вещества проходили в качестве доказательств по уголовным делам и судебных процессах о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. По ценам нелегального рынка, стоимость наркотиков, которые не попали в реализацию, но попали в топку котельной, не менее 5 миллионов рублей. На время судебных слушаний по уголовным делам наркотики хранились как вещественное доказательство вины подсудимых. После вынесения приговоров запрещенные законом средства подлежат уничтожению, что и было исполнено сотрудниками наркополиции на основании решений судов.